Давайте сегодня мы уже создадим проектик на свифте. Все это вы знаете. Без координаты пока. Так. Как мы это назовем? Так, и... Окей, так, вот. Немножко по проекту, не знаю, кто-то создавал, кто-то не создавал, быстренько пробежимся. Как видите, в Swift нет у нас HEM файла, то есть у нас только один файл, что уже как-то более, как сказать, удобнее, что ли, да? То есть это привычно, что у вас есть один только класс, и в нем вы можете инкапсулировать что-то с помощью всяких модификаторов доступа, там, создавать интерфейсы и так далее. Вот. AppDelegate как был, так и остался. В общем-то, все те же методы. Да, сейчас вы знаете, как писать методы. То есть, думаю, различается. То есть, все то же самое, ничего нового. Но сейчас я бы хотел вам объяснить такую штуку, как... опциональные типы. Что это такое? Давайте мы, например, какой-нибудь таблицы сделаем это, да? Заодно увидите, как табличка. Ну, то есть, ViewController, в нем таблица. Все, в общем, как обычно, накидаем constraint'ов. Поставим, ячейку туда кинем. Так, cell, так, что там еще нам нужно? Давайте мы сделаем ее grunt. Prototypes, не то, стало, вот. Так, пусть ячейка у меня будет какая-нибудь basic, да. Все, так, у него уже класс ViewController стоит, поэтому я просто подключу сюда DataSourceDelegate. И теперь смотрите, что будет. Да, давайте сразу таблицу тоже подключим к классу, да? То есть ничего нового, просто подключаем уже не в интерфейс там, как было раньше, а просто в класс запихиваем. Вот, и, соответственно, здесь можно вон выбрать outfit. Он стоит по дефолту. Storage, то есть тип ссылки, как вы видите, сразу стоит week, как нам нужно. Вот, table view, все connect. Отлично. Дальше. Как вы видите, у нас вот здесь стоит восклицательный знак, что, возможно, вас смущает. То есть, если я, например, создам массив объектов каких-нибудь, ну, там у нас data array, да, будет, он у меня будет выглядеть следующим образом. То есть, это массив. Там... array, пусть будет там стринговое значение, вот так. Вот, сейчас... Что, что? А, да. Да. Вот, сейчас я создал массив и инициализировал его сразу, здесь же. То есть я написал, что у меня есть data array массив, и он равен пустому массиву. Вот. То есть в данном случае мой массив, он есть с самого начала. Он var, значит, он mutable, и я могу в него засовывать любые объекты. Но что если, я не знаю, будет у меня там массив или не будет. Для этого я говорю, что у меня будет массив там, каких-то значений, и ставлю вопросительный знак. Вот, то есть сегодня я вам хотел это объяснить, это именно вот это optional типы, то есть восклицательный и вопросительный знак. В Swift двух типов вот, собственно, бывают, с восклицательным и вопросительным. Для чего это нужно? Данные, там, не знаю, объект, переменная, на которой стоит восклицательный знак, будет означать, что она 100% не nil. Вы говорите себе и компилятору, что этот объект не будет nil, он всегда инициализирован и так далее. По дефолту все объекты в
сториборде они, естественно, не nil, то есть они всегда инициализированы. Но благодаря тому, что они имеют слабую ссылку, они у нас там успешно очищаются и так далее, да, то есть мы это проходили в объекте все. Вот. Ну, как бы очевидно, что в сториборде, если мы поставили объект, он не может быть nil, да, он как бы у нас там таблица, она есть, стопудово мы ее видим. Все хорошо. С массивами, с какими-то типа данными может случаться ситуация, что вот они могут не быть. И потом, когда вы хотите ее как там использовать, data array, да, там, ну, типа инициализировали. Это окей, я его, конечно, инициализировал сейчас, а если я захочу сейчас добавить в него какой-нибудь новый элемент, строку, видите, появляется перед массивом вопросительный знак. Это позволяет компилятору на этом этапе проверить, что наш объект, он, возможно, может быть нилом. Возможно. И это один из инструментов Swift'а, который позволяет нам обезопасивать самих себя и наш код от всяких нилов внезапных, которые могут прийти, не знаю, с сервака, с то, что вы сами создали, забыли инициализировать. Вот. Вам среда подскажет то, что, чувак, у тебя вот здесь optional тип. То есть все, что с вопросом, это optional. Вот у тебя optional тип, и он может быть nil или может быть не nil. Как бы, поэтому аккуратнее в этом месте. И по-хорошему нужно вообще избавиться от этого знака вопроса, то есть быть уверенным, что в момент, когда ты его используешь, он не будет nil. Это логично, да? Пока мысль поняли? Хорошо. Вот. Избавляться от нила, то есть от optional, принято с помощью двух видов, двух конструкций. Первая конструкция if let, так называемая, то есть вы пишете if, создается переменная константная let, там, не знаю, my array, какое-нибудь название, data array, то что-то делаете. Что здесь происходит? Ну, то есть я буду добавлять... Вот. Сейчас я избавился. Да, она let, конечно, вот. Я избавился от опциональности моего массива тем, что создал новую переменную, и что здесь будет происходить? У меня проверится, если этот массив, то есть вот этот объект, будь то, не знаю, интовое значение, стринговое значение, что угодно. Он не nil, то он присвоится моему новому объекту. Я смогу объекту, ну, соответственно, объект у меня 100% будет уже не nil, и я смогу в него там, например, безопасно что-то добавить. Ну, либо это уж используется, то есть в таком частом случае, каких-нибудь, не знаю, сам ID, да, например, int. Например, вы передаете с какого-нибудь контроллера по тапу на ячейку ID-шник. ID-шник может не прийти, например, да, что-то может с ним случиться. И, соответственно, вы там проверяете, типа, если сам ID нет там, то, я не знаю, там, типа, в какой-нибудь в self-view, где там, что у нас там есть, текст, View, navigation, item, title, my ID. Да, это странно. Обернем это в строку. Вот. К примеру, то есть мне пришел или не пришел ID-шник, я проверяю просто с помощью if let, что этот ID-шник не будет nil-ом. Если он не nil, то я сюда задаю значение. Ну, соответственно, там в else вы можете прописать что-то другое, да? Не знаю. Поставить project. Пример. Примерно понятно, как optional работают. Они позволяют нам именно на каждом этапе быть уверенным, то, что наш объект либо точно не nil, чего нужно добиваться, либо он может быть nil, и, соответственно, нам нужно будет дальше проверять его, лишать его опциональности. Вот. Что такое unwrapping? Unwrapping — это когда мы ставим восклицательный знак. То есть мы говорим, что у меня точно будет здесь сам int, сам ID, например. Стопудово. Тогда вот эта конструкция if let,
не имеет никакого смысла. Смысл проверять нам объект, который мы сами сказали, что он не будет nil. Суть в том, что если этот объект будет nil, то ваша программа упадет. В этом опасность именно такого unwrapping'а, потому что вы, если, ну блин, если получится так, что у вас будет там nil, не знаю, не придут данные с сервака, вы что-то не передали, произошел какой-то баг, сбой, то программа 100% упадет и скажет, что, мол, в месте, где вы сказали, что не nil, пришел nil. Ну, можем это посмотреть, давайте. Так, да, чтобы давать, инициализируем таблицу. Где у меня там вот? Так, табличка. Вроде все окей. Cell. Что-то там вывели. Так, ну, две штуки, да, что, чего-то. Я же ничего не забыл, да? Ну, например, так. Вот давайте, у меня вот здесь сам ID, он стоит... то, что стопудово он есть, но в нем как бы очевидно сейчас ничего нет. Попробуем присвоить вот title сам ID и посмотрим, что будет. Ну и создадим, наверное, давайте этот тоже navigation controller, собственно. Ой. Ну все, вот у нас navigation controller. Здесь у нашего контроллера есть title, соответственно, я могу туда задавать какие-то значения. Так, все вроде окей. Чекнем еще раз, все нормально, cell есть, идентификатор стоит. Ну, вроде нормально, давайте так. Запустим, посмотрим. С этим, конечно, нужно поработать, и дома вы еще поэкспериментируете с этой штукой, чтобы понять, как она работает, потому что, возможно, с первого раза вам не очевидно полезность и вообще для чего придумали здесь unwrapping, но это является, как я вот сказал, одним из механизмов. Сейчас, по-моему, должно упасть, да? Как запустится? Да, вот, собственно, у нас упало. Вот приложуха упала, видите. Что она говорит? Давайте прочитаем. Так, ага. Пока что-то у нас таблица вообще, да? Filler configure cell for display. А, ну да. Я не подключил протоколы наши. Ну вот, в ячейке сюда записался nil. Как видите, здесь как бы nil, и это не очень хорошо. Здесь в данном случае не упало, наверное, потому что я вывел это все-таки в строку, да? Как, чтобы сделать? Ну, наверное, можно сделать что-нибудь типа... Ну-ка. Если так сделаю, что будет интересно. А, нет, наверное, так тоже. Скорее всего, так тоже не упадет. Блин, ну этот, блин, с массивами больше, конечно, работает. Всякие такие штуки. Главное, в общем, понять, что если вы ставите восклицательный знак, это означает, что у вас, ваш объект стопудово есть. И компилятор даже не будет... А, вот. Ага, вот, собственно, ошибка. Fatal error. Он говорит нам то, что внезапно нашел nil, в то время как этот объект, ну, во время unwrapping нашел nil, хотя этот объект не должен быть nil вообще-то. Да? Мы сами сказали, что он не nil, восклицательный знак, и он такой, типа, какого черта, чувак. Вот. Это такой механизм защиты, как видите, то есть... Например, в Objective-C, если бы вы так же сделали, у вас бы тоже упало, но как бы вы, может, там, не знаю, запутались, непонятно, где это, что случилось вообще.
А если вы видите такую ошибку, то просто смотрите в вашу переменную, которая была, ну, была восклицательным знаком, и то ли через if-let, там, то ли как-то проверяется, что там все окей. То есть, возможно, что-то не дошло. Вот, такая штука опциональная. Типы, как они сейчас применяются еще? Ну, как бы, очевидно, что если вам нужно использовать массив с данными, вы хотите там вывести какие-то свои данные, то, в принципе, вам не нужно делать массив опциональным, вы тупо его инициализируете сразу здесь, можно проинициализировать его в варе. И, не знаю, добавить какие-то значения. Добавляются значения в Swift, если в Objective-C, помните, там была конструкция такая громоздкая addObject, да, и то есть это занимало так нормальное место, то в Swift это просто append, и как бы здесь можно почитать, посмотреть, что вы туда добавляете. Новый элемент или элементы, которые находятся внутри какой-то коллекции, будь то там, не знаю, set, hashmap, всякие еще там массивы, dictionary и так далее. Вот. Это тоже добавляет элемент из другой коллекции. Ну, собственно, чтобы добавить новый элемент, нам нужно там добавить слово, да, в нашем случае. Вот. Так. Ну и будем идти от нашего элемента и выводить то, что мы с вами делали много-много раз. Так, второй. В целом ничего как бы не изменилось, то есть UI-кит, он как в Objective-C, так и в Swift один и тот же. Foundation тоже один и тот же. Поэтому все ваши знания с Objective-C, все ваши знания библиотек, там, как что преобразовывать, все это нужно. Вот. Так. Ну, конечно, помимо того, чтобы здесь вот просто добавлять новый элемент, вы могли, например, сразу инициализировать массив там с какими-то элементами, вам это не мешает. То есть, как видите, Objective-C, он... запятую забыл. Objective-C, он довольно громоздкий по сравнению с Swift'ом. Вы бы такую конструкцию в одну строчку точно написали в Objective-C. Вам бы пришлось сначала создать property, потом ее в updateLoad инициализировать, и там инициализировать с помощью объектов. Этот метод инициализации, он бы занимал там одну-две строчки, и, в общем, это получается еще нагромождение такое. Вот, так, ну... Это что касается опциональных типов. Что еще? Так. Какие есть вопросы по опциональным типам? Вообще, суть их поняли, для чего они нужны? Да? Нужны, чтобы самим быть убежденными, что наши объекты действительно есть в данный конкретный момент, или они могут быть, могут не быть, чтобы дальше проверять. Да, я сказал бы, что можно проверять опциональность с помощью двух способов, if-let, и кто мне скажет второй, потому что уже кто-то догадывается. Нет? Окей, это guard. Собственно, то, для чего мы их в тот раз посмотрели. С помощью, чтобы проверить, что у меня там айдишник не nil, я напишу просто guard, который скажу, что там сам ID. Вот, то есть вот так я решаю вопрос с тем, что мой ID-шник он опциональный, то есть он nil или не nil. Вот и все. Дальше, то есть я могу использовать, там, как хочу, уже не опциональный тип, но и объект. Да, если она new, то у меня else выполняется. А? Нет, здесь-то этот.
Он может быть нил, то есть как раз я говорю. Да, она уже не нил. То есть если она не нил, то я ее выведу, если она нил, то просто дальше не продолжит ничего, сразу. Это же метод, просто return вызывается его и все. То есть выкидывает из метода. Вот, как-то так. Что еще? Ну, для красоты, наверное, надо сказать, что всякие проверки, например, если у вас есть сам ID, то с помощью ifLet и вот сейчас Guard, вы тоже могли заметить, принято использовать такую конструкцию, например, ifLet. Вам нужно проверить сам ID. Вы ставите... Так, букву L и вторую... Ну, то есть то же самое пишите, просто заглавные буквы сам ID. Вот. Честно говоря, не знаю, почему так принято, но это такое правило синтаксиса. То есть, по-хорошему делать нужно так. Ну и дальше, соответственно, эту переменную использовать. Вот. Так. Так, LED, гуарды. В коде, как бы, что выбрать между ifLet или guard, нужно решать от конкретного момента, от того, что вам нужно выполнить. Например, если вы хотите в ячейку, в текстовый лейбл вывести название какое-то, и вам приходит там массив, не знаю, каких-то объектов, у которых может быть название, может не быть название. Соответственно, если у вас нет названия, то вы не хотите там пустоту оставлять, а хотите поставить черточку, то как раз вы используете ifLet какой-нибудь, ну, типа такого, что там, если проверяете, если есть имя, то ее выводите. Если нет, то ставите черточку. С другой стороны, если у вас есть картинка, и вам нужно отобразить картинку, да, мы еще будем с вами там подкачивать, кэшировать картинки, то как бы если нет картинки, то обычно ничего не делать. Ну, нет и нет. Поэтому с помощью картинки вы можете использовать guard, например. То есть все это от конкретных случаев зависит. Вот. Ну, ладно. Дальше, думаю, пойдем. Будем, например... Лучше учиться. Так. Вопросы есть пока какие-то? Нет? Окей. Сейчас покажу следующую штуку. То есть, вот это как бы класс, да? У класса у нас есть методы, поля, все хорошо. Но любой класс в Swift мы можем расширить. Помните, как работает расширение в Objective-C? Что нам нужно было делать, чтобы расширить... Что делать? Категорию создать, да. То есть мы создавали отдельный файл, категорию, да, говорили, что там, мы расширяем определенный класс и добавляли в него методы. Добавлять в него property было немножко там сложновато, нужно было работать через Objective-C Runtime. В общем, не очень красиво. И громоздко. Swift. Что нам позволяет делать Swift? Swift в любом месте вашего класса вы можете сделать следующее. То есть вы выходите за рамки класса и пишете extension и название своего класса. ViewController. Все. Вы можете вот так оставить и как бы это будет уже отдельный блок. Это вы экстенсите ваш ViewController и можете здесь описать там какой-нибудь, не знаю, функцию, сам метод, да? Вы здесь ее заэкстенсили, и как бы она уже все в вашем классе работает, вы ее в любом моменте в вашем классе можете вызывать. Клево! То есть вам ничего не нужно для этого делать, создавать отдельный класс или еще что-то. Вы просто пишите ключевое слово extension и так далее. Что еще это нам позволяет делать? Это позволяет нам вот сейчас, как у нас выглядит ViewController. ViewController, здесь у нас как бы ну, класс и дальше два протокола. А если нам нужно использовать теперь, не знаю, текст field, да? Что у нас будет? У нас будет там, например, мне нужно отлавливать момент того, что пользователь, там, не знаю, ввел букву в текст field. Мне придется использовать UI текст field delegate. Окей, теперь я хочу еще отлавливать скроллинг, чтобы пагинацию делать. Ну, то есть это когда там lazy loading, когда вы подгружаете таблицу, и у вас снизу, как только там до низу доскроллили, новые элементы подгружаются. Вам нужно будет для этого отлавливать scroll и использовать метод делегата
Scroll UI, Scroll View, Delegate. Так, да, что-то, по-моему, уже слишком много всего накидывается в наш один класс, то есть в одном месте у нас тут что-то полного всего, можно даже запутаться, добавляешь там еще какие-то делегаты, может, нужны будут. Вот. Что мы с этим можем сделать? Красивенько оформить все можно следующим образом. Мы берем наши делегаты и выносим их в extension. То есть вы свой класс можете расширить с помощью любых делегатов вот таким образом. И теперь посмотрите, у нас здесь отдельный extension. Все функции таблицы мы выносим в extension. И теперь жизнь стала намного красивее, да? Согласитесь. У нас теперь есть контроллер, в котором вы можете описать свои, не знаю, там, custom methods, да, какие-то методы, которые работают с вашим контроллером. Будь то там вывод чего-то, нажатие на кнопку или еще что-то. При этом ваш контроллер не захламлен. В данный момент ваш класс именно, то есть здесь тупо ваши методы. Вы хотите увидеть, где ваша таблица, спускайтесь ниже. Здесь extension, который вам явно сообщает, что в extension находятся только методы делегата и DataSource. Круто. Круто, то есть вы задаете структуру класса уже намного красивше, и это позволяет программистам ориентироваться намного быстрее. То есть, если я нажму на, ну, то есть, тут есть кнопочка, которая позволяет посмотреть все методы в нашем классе. Как бы mark, вот мы ставим, когда mark, она нам разделяет, но extension, он уже, видите, он с такой иконочкой X, и все методы, то, что под ним описывается. Это такое, ну, своеобразное тоже разделение получается. Вот, делить на блоки хорошо и даже нужно в Swift. Это упрощает, как я сказал, читабельность и, ну, ориентируемость в коде. Окей? Вот. Так, extensions можно все что угодно, все что вы хотите. То есть, если вы хотите знать, насколько все что угодно, и, то есть я могу сделать даже следующее, там, не знаю, extension int. И сказать, что у него будет функция там myself. Это будет возвращать self. Соответственно, int. Я сейчас заэкстенсил int. Понимаете, да? То есть, и что я дальше делаю? У меня есть сам int. Ну, сама идея, которая типа int. Я могу у него вызвать return myself. И у любого инта в моем проекте я могу это сделать. Почему я это могу сделать? Дальше, следующую штуку, которую я хотел вам сказать, это структуры. В Swift у нас есть классы, есть то, что осталось Objective-C, протоколы, там всякие такие штуки, да, которые есть. И появились... Ну, то есть, вот, экстеншены, что там еще есть. Так, ну, вроде больше ничего особенного. Есть структуры. Структура в Swift является все. Все объекты, все типы данных — это структура. То есть, вы нажимаете на int, внутрь пробрасываете и видите ключевое слово struct. Вот. И как бы структура, как вы видите, может тоже наследоваться от всяких протоколов, от классов и так далее. Все, что является структурой, вы можете экстенсить. А как я вам сказал, в Swift все является структурой, все типы данных, все всякие date-форматоры, все string, не знаю, там, вплоть до вывода в лог, переменных, плюсов, минусов, равно, все это можно экстенсить. В этом сила Swift. Но... Как бы клево, что вы можете это экстенсии использовать, это нужно тоже использовать с умом. Как бы можно еще самим создавать структуру, да? Например, у нас есть, не знаю, такая, чтобы придумать, ну, карта. И есть две позиции. На карте позиция человека, как обозначается, кто помнит? С помощью чего? Как называются координаты? Нет, никто не встречался. Longitude и latitude.
Длина, долгота и ширина, соответственно. Latitude какой-то у нас есть. Double, он на обычном формате. Double, да, там, не знаю, 4.005. И longitude тоже double. Тоже какое-нибудь значение. Вот. Окей, клево, у меня есть latitude, longitude. Я не знаю, я что-нибудь там хочу посчитать. Тогда function calculate. Хочу посчитать, блин, не знаю. Ну, в общем, я что-то хочу сделать с этим latitude и longitude. Что я буду делать? Я скажу, что у меня два параметра, да, есть latitude double и longitude тоже double. Все, клево. И дальше я смогу передать свое calculate два значения: latitude и longitude. И это клево. И там, я не знаю, давайте мы просто выведем, да, все это дело там типа красивенько. Да, вот сейчас заодно тоже кое-чего покажу. Latitude, longitude. Вот, это я распечатаю, посмотрю. Как вы видите, мой метод, он принимает неопциональные типы. Latitude и longitude. Я могу сказать, что один из параметров может быть, а может не быть. То есть я просто что делаю? Ставлю вопросительный знак. И как только я это сделаю, у меня компилятор, конечно, должен сработать. Что-то он не работает, ну-ка. Давайте попробуем запустить, может быть. А, он запустился нам. Все. Ну, в общем, обычно на latitude бы... А хотя я в строку ввожу, да. Сам. Вот так. Нет, хотя в строку это не получится, ладно. Вот, ладно, просто... Суть в том, что вы можете сказать и в методе, то, что ваш параметр может быть, может не быть. Дальше вы можете с помощью ifLet или guard все это проверять, да, есть у вас этот параметр действительно или нет, если он у вас опциональный. Но если вам он не нужен, например, мне нужен только, не знаю, там, параметр name. Вот он стопудово должен быть, а вот longitude и latitude их может не быть. Так, у меня здесь появляется name. Я мало того, что говорю, что они опциональные, я могу сделать, задать дефолтное значение. То есть, если их нет, соответственно, они же могут быть nil, то я говорю, что, там, не знаю, например, latitude у меня 5.0. Вот так. Ну и, соответственно, longitude тоже. К примеру, что это мне позволяет делать? Это мне позволяет при вызове метода... Видите, у меня есть метод теперь. Тот же самый метод, только он отображает только один параметр. Точнее, ну, то есть два метода отображаются. Один только с неймом, второй с моими опциональными типами данных. Окей. Сложно? Нет? Что? Какие вопросы есть? И предыдущие вещи были вопросы. Да. Отличие структуры от класса. Отличие структуры от класса, да. Хорошо, сейчас посмотрим. Структуры — это небольшие объекты, которые начинаются с ключевого слова структуры, у нее есть название, да, например, вот в данном случае пусть это будет location. Ключевым таким, ну, отличие прям вот кардинального между классом и структурой его нет. В структуре вы можете добавлять методы, добавлять property, не знаю,
наследовать также от протоколов и так далее. Окей? Вот. Но структуры обычно используются для следующих ситуаций. Например, вот у нас есть longitude, latitude, да, и там, не знаю, вот name появился, и как бы метод, который должен выводить нам longitude, latitude и name, он уже стал каким-то большим, три параметра входят в него. Там, не знаю, добавится еще какой-нибудь параметр, центр, еще четвертый параметр придется сюда вводить, если мне нужно это отображать. С помощью структуры я могу это переделать. Я могу создать в структуре там какой-нибудь latitude. Latitude, longitude. И name. Вот, создаю такую структуру, и дальше я могу инициализировать location с помощью своей структуры. Я пишу location, видите, появился. И у структуры по дефолту генерится инициализатор, помните, мы писали свои кастомные юниты и так далее. У структуры он по дефолту генерится, вот. Наверное, одно из таких отличий класса. То есть в классе вам нужно описать какой-то init обязательно, если вы хотите создать экземпляр класса. В структуре не нужно ничего описывать. Компилятор сам вам генерирует дефолтный инициализатор, который включает в себя все поля вашей структуры. В нашем случае это latitude, longitude и name. Соответственно, я могу здесь задать какие-то там значения. И теперь мой метод, который в себя включал три параметра, чудесным образом превращается вот в такую штуку, которая принимает просто location и выводит location latitude, location longitude, например. Вот. Как вам? Соответственно, структуры позволяют нам описывать какие-то данные в сжатом виде. Вот, то есть вы не создаете отдельный класс для этого. Вам не нужно создавать отдельный файл, location, в котором будете что-то описывать и так далее. Вам вполне достаточно создать структуру просто, которую вы описываете в вам нужные поля. И то есть сразу ее инициализируете. Конечно, вы можете написать свой init, вам никто не мешает. Не знаю, там, с параметром latitude, например. Ну да, вам нужно, в любом случае, нам будет инициализировать все, как бы, поля вашей структуры. Поэтому, например, один init может быть там только, или пусть давайте с name будет. С name. А другой с latitude. Ну, видите. Вот. Так, смотрите, какая штука дальше. Property наша var называется name. В ините параметр называется name. Что я могу сделать? Я могу написать name равен name. Да? И это сработает, скорее всего. Но так делать нехорошо, потому что компилятор может ошибиться все-таки и не понять, что и чему присваивается. Вы property присваиваете параметр или параметру присваиваете property, и возникает там частая ошибка, как-то там shadow, что-то такое называется. Поэтому property в Swift, хоть вы и можете использовать без self, лучше использовать с помощью self. То есть, очевидно, образом обозначить, что это действительно ваш property, variable вашего класса или структуры. Вот. Там-там.
Ну, видите, он этот до сих пор что-то там так. Ой-ой. Да, такой план, что-то. Вот. И что? Что дальше у нас есть? Теперь, когда я описал свои иниты, переделал, у меня как бы вот этого дефолтного уже как бы нет, потому что я же его переписал. Соответственно, мне надо будет использовать один из инитов, который я только что описал. Latitude или longitude. Ну, достаточно. Мне вот этого как бы достаточно. Я могу сюда lat передать, сюда long. И использовать дальше как хочу. Вот. А, ну, здесь нужно... что-нибудь поставить, все property инициализировать, иначе будет ругаться. Вот, ну, структура штука удобная, как вы видите, сейчас нам позволила описать location с помощью latitude, longitude, name в своем классе, далеко никуда не уходя. И структуры могут быть тоже private, могут быть public структуры, поэтому это не там, мы их не описываем как отдельный класс. Вот. С другой стороны, если ваш location класс, модель, не знаю, она большая или является частью модели базы данных или еще что-то в таком духе, то, естественно, логичнее будет вынести это в отдельный класс. Когда вам этого не нужно, вам достаточно, вам просто нужна там, небольшая моделька в вашем же классе, скорее всего, даже ее сделать private, то вам не нужно описывать это в другом классе. Вот. А? Ну, как сказать, с одной стороны захламляет, согласен. Ну, вообще, на самом деле, можно вынести все это в отдельный класс, который будет называться, то есть файлик, который будет называться structs, просто структуры, и там все структуры объявлять. То, что я делаю обычно с экстеншенами, я их выношу всех в отдельный файлик, потому что структуры, экстеншены, они все доступны по всему проекту, здесь они паблик, но они по дефолту все паблик. Вот. Имеет смысл оставлять его в классе, только если вы, не знаю, хотите, чтобы у программиста или у вас был быстрый доступ, например, да, в вашем файле просто описаны те структуры, одна структура, которую вы используете. Чтобы не заходить там, не знаю, в какой-то файл, где у вас там 50 структур, и среди них искать то, что вам нужно. Вот. Иногда бывает смысл. То есть Swift тем тяжелый, то, что он дает нам очень много возможностей. Он дает нам очень много возможностей организации структуры, позволяет нам экстенсить все, что можно, всякие инты, даблы. То есть вы можете создать метод, который считает 2 плюс 2, но вы можете заэкстенсить инт, который будет считать сам себя, да, умножая на 2 или плюс 2 делая. То есть можно создать структуру, которая будет описывать ваши объекты, либо создать класс, который будет описывать эти объекты. То есть, вот, поэтому нужно все-таки нам побольше, наверное, практиковаться на Swift, чтобы понять, что и как хорошо.